приехал. Вон, Черноусик он стоит. Где он? Вон, здоровый. А я нет. Похоже, знаешь, это посылка. Сейчас кабель подсоединяем. Берите аппарат. Вот так Диана и погибла. Конечно. Пользуясь случаем, хочу передать привет. Привет! Военно-дирижерского факультета при Московской государственной консерватории имени Петра Ильича Чайковского по случаю выпуска молодых военных дирижеров построен начальник факультета полковник Москаленко. Маршал Российской Федерации Сергеев.
выписки решения Государственной аттестационной комиссии предоставляется секретарю комиссии подполковнику Прохоренко. И получение дипломов. Решение Государственной аттестационной комиссии по выпуску курсантов военно-дирижерского факультета при Московской государственной консерватории имени Петра Ильича Чайковского от 17 июня 1998 года. Государственная аттестационная комиссия, назначенная приказами начальника Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации от 9 мая 1998 года, начальника военно-оркестровой службы Вооруженных сил Российской Федерации от 19 мая 1998 года и начальника военно-дирижерского факультета при Московской государственной консерватории имени Петра Ильича Чайковского от 5 мая 1998 года произвела период с 28 мая по 18 июня прием итоговых государственных экзаменов у курсантов выпускного курса военно-дирижерского факультета при Московской государственной консерватории имени Петра Ильича Чайковского. Присвоить квалификацию дирижер, преподаватель специальных дисциплин. Выдать диплом с отличием. Гиму Марку Валерьевичу. Товарищ полковник, лейтенант Ким для вручения диплома прибыл. Живой Сергею Леонтьевичу. Служу Отечеству. Тищенко Александру Петровичу. Живой для вручения диплома прибыл. Поздравляю. Товарищ полковник, лейтенант Хмельченко для вручения диплома прибыл. Выдать диплом. Коллеги, служба успешной готовки. Астафьеву Николаю Николаевичу. Служу Отечеству. Я здесь, Батищев. Здесь полковник, лейтенант Батищев для вручения диплома прибыл. Иванович. Спасибо. Служи, все. Надеемся. Борзых Владимир Владимирович. Есть. Товарищ полковник, лейтенант Ивасенко для вручения диплома прибыл.
Поздравляю. Иришину Михаилу Исаакиевичу. Надеюсь, все будет быстро. И ты за моим штурм сетом. Краснову Дмитрию Алексеевичу. Крыжановскому Алексею Константиновичу. Товарищ полковник, лейтенант Крыжановский для вручения диплома прибыл. Прошу лейтенанта, давай подпишем на большую службу. Спасибо. Пожалуйста. Угорите! Андрею Николаевичу. Товарищ полковник. Урлаеву. Дмитрию Юрьевичу. Лейтенант Соколов, вручение диплома прибыл. Александру Михайловичу. Уже отечественный. Есть. Товарищ полковник, лейтенант Тупков для вручения диплома прибыл. Полковник, лейтенант Шапошник для вручения диплома прибыл. Спасибо, товарищ полковник. Шаталову Игорю Анатольевичу. Товарищ полковник, лейтенант Шаталов для вручения диплома прибыл.
Жахвара зовут Ивану Ивановичу. Спасибо. Служу. Приказ министра обороны Российской Федерации по личному составу номер 0655 от 20 июня 1998 года, город Москва. Нижепоименованным курсантом, заключившим контракт на время обучения на военной дежурной факультете при Московской государственной консерватории имени Гляевича Чайковского, 5 лет военной службы после его окончания и окончившим в июне 1998 года указанное образовательное учреждение, в соответствии с статьей 47 Федерального закона о воинской обязанности и военной службе и пунктом А статьи 10 положения прохождения военной службы офицерского состава вооруженных сил, присвоить воинское звание лейтенант и назначить ракетные войска стратегического назначения Новикова Анатолия Витальевича, войсковая часть 34020, Ленинградский военный округ, Курлаева Дмитрия Юрьевича, войсковая часть 48275, Московский военный округ, Кима Марка Валерьевича, военный дирижер, начальник оркестра Тверского Суворовского военного училища, Курихов Дмитрий Николаевич, военный дирижер военного оркестра, войсковая часть 47866, Чертка Михаил Давидович, военный дирижер военного оркестра, войсковая часть 22104, Уманца Вячеслава Анатольевича, военный дирижер военного оркестра, войсковой части 21-108. Северокавказский военный округ. Гагунского Виталия Евгеньевича, военный дирижер начальником оркестра, войсковой части 011-860. Кузнецова Андрея Николаевича, военный дирижер начальником оркестра, войсковой части 63-354. Маслякова Андрея Евгеньевича, военный дирижер начальником оркестра, войсковой части 66-431. Хрусталева Олега Юрьевича, военный дирижер начальником оркестра, войсковой части 74-814. Астафьева Николая Николаевича, военный дирижер военного оркестра, войсковой части 71-446. Прыгунова Станислава Александровича, военный дирижер военного оркестра, войсковой части 01-238. Приоловский военный округ. Мирошниченко Виктор Вячеславович, военный дирижер военного оркестра, войсковой части 65-349. Тупикова Александр Михайлович, военный дирижер военного оркестра, войсковой части 12-128. Уральский военный округ. Иваченко Владислав Альфредович, военный дирижер военного оркестра Челябинского, высшего танкового командного училища. Сибирский военный округ. Краснова Дмитрий Алексеевич, военный дирижер начальника оркестра, войсковой части 22-316. Шахворского Иван Иванович, военный дирижер Омского, высшего войскового командного училища. Забайкальский военный округ. Шапошников Вячеслав Николаевич, военный дирижер военного оркестра, войсковой части 13-206. Дальневосточный военный округ. Левадулина Рустам Маратович, военный дирижер военного оркестра, войсковой части 30-644. Иришина Михаил Исаакович, военный дирижер военного оркестра, войсковой части 86-660. Крыжановского Алексей Константинович, военный дирижер военного оркестра, войсковой части 03-806. Мартынова Андрей Павлович, военный дирижер военного оркестра, 63, войсковой части 63-492. Матыкина Владимир Евгеньевич, военным дирижером военного оркестра, войсковой части 26-381. Рыбакова Сергея Викторовича, военным дирижером военного оркестра, войсковой части 51-424. Злотникова Олега Евгеньевича, начальником оркестра, войсковой части. Начальником оркестра, военным дирижером, управление начальника войск авиационной и химической и логической защиты, войсковая часть 71-432. Воздушно-десантные войска. Батищева Игоря Владимировича, военным дирижером, начальником оркестра, войсковой части 71-211. Гакуш Виталий Валерьевич, военным дирижером оркестра, войсковой части 33-842. Соколова Сергея Анатольевича, военным дирижером, начальником оркестра, войсковой части 541-64. Военно-морской флот, Северный флот. Борзых Владимир Владимирович, военным дирижером военного оркестра, войсковой части 24-24. Чехпианский флот. Полтышев Алексей Иванович, военным дирижером военного оркестра, войсковой части 49-231. Крейсер «Варяг». Джоева Сергея Леонтьевича, старшим инструктором Дома офицеров 9-го центрального управления войсковой части 01-181. Хаустов Сергей Владимирович, назначен в распоряжение министра Российской Федерации по делам гражданской обороны чрезвычайной ситуации и ликвидации последствий стихийных бедствий войсковая часть 32-891. Постановитель Сергей Анатольевич, в распоряжение директора Федерального агентства правительственной связи и информации войсковая часть 13-291. Нижепоименованным курсантом. Нижепоименованный курсант зачислен в распоряжение главнокомандующего внутренними войсками Министерства внутренних дел Российской Федерации.
Игоренко Сергей Валерьевич, Кухарев Андрей Николаевич, Марксов Анатолий Владимирович, Петченко Александр Петрович, Трухина Анатолий Николаевич, Промова Сергей Александрович, Шатава Игорь Анатольевич, министр обороны Российской Федерации, маршал Российской Федерации Игорь Сергеевич. Поздравляю выпускников военно-дирижерского факультета с окончанием и присвоением первого офицерского звания лейтенант. Ура! Боевое знамя наклонить. Дорогие выпускники, уважаемые родители, близкие родственники наших выпускников, вот прошло уже 5 лет, и я думаю, каждый из вас, стоящий здесь, молодой лейтенант, знает, как быстро пролетело время. Военно-дирижерский факультет более 63 лет выпускает военных дирижеров для вооруженных сил.
Российской Федерации. Вы, конечно, здесь получили хорошее знание. Я в этом уверен. Потому что все преподаватели, наши профессора, наши офицеры, весь педагогический состав отдавал сердце, отдавал все свои знания для вас. Вам отдавали эти знания. Все, что было накоплено многими годами у педагогов, они старались, конечно же, эти знания привить вам, отдать. И я думаю, что вы, находясь в войсках, будете нести высоко честь нашего учебного заведения, так как оно действительно единственное и самое прекрасное, самое замечательное военное музыкальное заведение. И, конечно, диплом, которым значится то, что вы закончили военно-дежурский факультет при Московской государственной консерватории, это событие вашей жизни, вашей судьбе. Это прекрасный диплом, прекрасные знания. И та дружба, те взаимоотношения, которые вы приобрели на курсе, сейчас заканчивая, я хотел бы, чтобы вы друг друга не забывали, чтобы вы не забывали педагогов своих. Приезжайте на факультет, мы всегда будем рады вас видеть. Если будет трудно, если какие-то будут проблемы, военно-дежурский факультет вам ни в чем не откажет. Добрый вам путь, счастья вам, всего самого-самого доброго в жизни я желаю. И прекрасной службы. Родителей выпускников слово предоставляется человеку, который не понаслышке знает, что такое армия, Владимиру Петровичу Борзых, в прошлом командиру полка. Товарищи, сегодня во всех вооруженных силах нашей огромной России происходят выпуски выпускников военных училищ, военных академий, и в том числе мы сейчас присутствуем на выпуске единственного в мире военного дирижерского факультета при такой большой и солидной консерватории, как имени Петра Ильича Чайковского. Военная музыка в частях, насколько я по собственному опыту знаю, занимает особое место. И военный дирижер в таком маленьком количестве на все виды вооруженных сил, не только армии, но виды вооруженных сил, здесь и внутренние войска, и ракетные войска стратегического значения, флот. Вы идете в войска, единственный человек, который будет служить в части. И то не в обыкновенной части, а служить будете в крупных, развернутых войсках, там, где положено иметь оркестр. Оркестр военный в части имеет особое положение. Запрещено оркестру ставить наряды, насколько я знаю, особую форму одежды. Поэтому какое взаимопонимание вы найдете с командованием части, прибыв к новому месту службы. Такую отдачу вы получите от командования части, если будете предполагать особые старания, значит, усилия, занятия с подчиненным личным составом. Поэтому я еще раз хочу поздравить вас с присвоением первичного воинского звания, назначением вас на эти должности, которые были названы в приказе министра обороны, пожелать вам крепкого здоровья, отличных успехов в службе, сказать огромное спасибо командованию военно-дирижерского факультета, всему профессорскому преподавательскому составу за заботу, которую проявили они, значит, придя к этому дню выпуска военно-дирижерского факультета. Еще раз, Сергеевич, вас поздравляю, большое вам спасибо за внимание. От преподавательского состава слово предоставляется профессору, заслуженному деятелю искусств России, члену Союза композиторов Аксенову Евгению Сергеевичу. Дорогие выпускники, уважаемые гости, сегодня на факультете большой праздник. Новый отряд молодых дирижеров вливается в строй военно-оркестровой службы. Нам, педагогам, особенно приятно, что вы стоите теперь в строю с дипломами, что вы несете с собою в войска знания. Ведь знание повсюду следует за человеком. И мы уверены, что вы придете в войска с новыми знаниями, с новыми силами. Ваш курс заканчивал факультет впервые по новой учебной программе. Вы сами могли убедиться, что новые технологии обучения –
Новые учебно-материальные базы значительно способствуют прогрессу военно-дирижерского образования. Мы, педагоги, методисты, музыковеды, исполнители, все кафедры, очень надеемся, что вы значительно поднимете уровень исполнительской культуры военных оркестров российской армии. Поднимите уровень музыкальной культуры всех подразделений, соединений, военно-учебных заведений, всех структур армейских, в которых вы будете работать. Мы сердечно поздравляем вас с окончанием факультета. Желаем такой же целеустремленности, напористости, стремлению к новым знаниям, потому что окончание факультета – это только первая ступенька вашей профессиональной деятельности на поприще военного дирижера. В добрый час, дорогие выпускники, от имени всех педагогов желаю вам новых успехов на вашем поприще. Вот команда выпускников снова предоставляется лейтенанту Киму Марку Валерьевичу, пожалуйста. Уважаемые выпускники, уважаемые гости, товарищи офицеры, товарищи курсанты, сегодня наступил тот самый торжественный день, которого ждет каждый выпуск военно-дирижерского факультета и каждый курс. Минуло 5 лет. Для кого-то долго, для кого-то это пролетело незаметно. И перед нами открылась новая дорога. Дорога к нашему совершенству. Я хочу от лица курсов выразить слова глубокой признательности родителям наших выпускников, а также командованию военно-оркестровой службы, командованию военно-дирижерского факультета, преподавателям, которые вложили в этот выпуск много терпения, крепких нервов, так скажем, труда, и воспитали очередных сынов Отечества, которые с достоинством будут нести знамя военно-дирижерского факультета, а также военно-оркестровой службы в войсках. Огромное спасибо! Выпускники, добрый путь! Выпуска из указа президента Российской Федерации о награждении государственными наградами Российской Федерации военнослужащих и гражданского персонала Вооруженных сил Российской Федерации. За мужество и самоотверженность, проявленные при ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, наградить орденом мужества. Нет, здесь. Медалью за спасение погибавших Чекмазяна Савела Салимовича, подполковника, президент Российской Федерации. Номер 249 от 24 мая 1998 года, город Москва, о поощрении военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации. За разумную инициативу и усердие, проявленные при подготовке и проведении праздничных мероприятий, посвященных 53-й годовщине Победы,
Великой Отечественной войне, объявить благодарность майору Цицанкину, Василию Сергеевичу, старшему преподавателю военно-дирижерского факультета при Московской государственной консерватории имени Петра Ильича Чайковского, министр обороны Российской Федерации, маршал Российской Федерации Сергеев. Факультет! Есть! Ширно! Торжественную маршу! На одного линейного дистанции. Оркестр. Управление прямо. Остальные направо. Равнение направо. Шагом. Марш. Yeah.
Победили! И как отличишь, что мы кидались?
составу второго курса за прекрасный исполненный дефиле на тему песен легендарного ансамбля Битлз объявляю благодарность.